без сахара на радио BA. Ну что, есть еще одна возможность вручить подарок вам, ну, а на этот раз от Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. 14 октября она отмечает 20-летие. Ну и этому посвящена викторина в нашем эфире. Один вопрос, один ответ и подарок вам. Да, и делаем это достаточно быстро. Дмитрий Смирнов вопрос озвучивает. Вы сразу же присылаете свои варианты ответов на наш короткий смс-номер 104.6, либо в Telegram радио, нижнее подчеркивание, BA. Кто быстрее это сделает, понятное дело, получит отличный набор подарков. Да, там и рюкзак, там и пледик, и такие интересные мелочи. Все это в вашем наборе подарков будет. Поэтому внимательно вопрос. Какой девиз у организации... Какой девиз у организации Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных? Есть варианты, чтобы вам было проще. Если не мы, то кто? Так. Один за всех и все за одного. Так. Берегись бед, пока их нет. И вот так. 1, 2 или 3. Всего-то нужно прислать на короткий смс-номер 104.6 или в телеграме радио, нижнее подчеркивание, BA. Ну, а я пока расскажу, что к юбилею посвящено сразу несколько, мероприятий. Ну, во-первых, 112 добрых дел. Основной упор сделали на помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, и второй этап акции – осенний бал юных спасателей. А теперь давайте разбираться с победителем. Все легко было и... Легко, да нелегко. На самом деле нет. Нам присылают очень много вариантов, но правда пока все мимо. Как все мимо? Вот подождите, так, давайте так, еще только раз. Повтори вопрос. Девиз организации. Вариант 1. Если не мы, то кто? Вариант 2. Один за всех и все за одного. Вариант 3. Берегись бед, пока их нет. Слушай, ну это удивительно. Так, и там, варианты и там продолжают сыпаться, но все не те. Все не те, но ладно, вот есть у нас правильный вариант ответа. Поздравляем нашего слушателя, чей номер заканчивается на 8988. Аплодисменты для вас звучат, да. Вариант номер 2 правильный, просто у нас тут какой-то водопадом просто. Первый вариант и третий. Вот все вторые почему-то были исключены, к сожалению. Ну что, подарок достается победителю. Подарок от Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Ну а мы, в свою очередь, всех юных спасателей пожарных или тех, кто состоял в рядах этой организации, поздравляем с днем рождения.